с нашими дорогими братьями и сестрами, которые будут свидетельствовать. Потом корпус будет петь, и мы подготовимся к семейной фотографии. Так символически, что мы сделали фотографии с крещами на фоне этого баннера «Добродий». Это служение для внутренне перемещенных людей, которые стали вынужденными перемещенными из Донбасса. И поэтому мы рады, что сегодня брат Борис принимает крещение с Донецка. Подними, пожалуйста, брат, руку. А кто является другом для Бориса? Мы веруем и каемся перед Богом в своих грехах. Это только невидимая часть Божьего спасения. Но есть видимые знаки Божьей благодати и жизни церкви верующего человека. Это крещение и хлебопреломление. Я покаялась, и я поняла, что мое место здесь, и что Бог... Что такое крещение? Крещение — это когда человек умирает для этого мира и воссоединяется с Богом. И тогда, когда доброе сердце распространяется... Господь, мы благодарим Тебя за это особое место и вода эта, в которой наши братья и сестры будут погружаться. Благодарим Тебя за это место, которое Ты дал, и благослови сейчас крещение. Аминь. Дорогой брат Борис, веришь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой лично Спаситель? Обещаешь ты служить Богу всю свою жизнь по вере твоей и по повелению Господа Иисуса Христа? Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Обещаешь Богу служить всю свою жизнь по вере твоей и по повелению Господа Иисуса Христа. Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогая сестра Татьяна, вы верите, что Иисус Христос есть Сын Божий и ваш лично Спаситель? Да. Обещаете Богу служить всю свою жизнь? Да. По вере вашей и по повелению Господа Иисуса Христа я крещу вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Богу служите все свое життя по вере твоей и по повелению Господа Иисуса Христа. Я крещу тебя в имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Дорогая сестра Татьяна, ты веруешь, что Иисус Христос есть Сын Божий и твой лично Спаситель? Да. Обещаешь Богу служить всю свою жизнь? Да. По вере твоей и по повелению Господа Иисуса Христа. Я крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. За наш этот великий день, и пусть это будет хорошей памятью для сестер и братьев, и радостью для всей церкви, как ты прилагаешь спасаемость, как братья и сестры, осознанном возрасте обещаю тебе служить. Проведи их Господь через всю их жизнь. И когда будут трудности и испытания, и пусть твой образ Господа Иисуса Христа будет все более и более виден в их жизни. Аминь.